Выбор профессии – ответственный шаг для каждого человека, но особенно волнителен он для тех, кто выбирает опасную работу. Служба спасателей – это постоянный риск. Выезжая на ликвидацию чрезвычайной ситуации, никто из работников не знает до конца, что его ждет. А потому в эту профессию приходят не просто смелые, здоровые, ответственные. Сюда приходят те, кто готов самоотверженно выполнять поставленные задачи. Теперь команда Брестского городского отдела по чрезвычайным ситуациям пополнилась новыми представителями. Это такой ритуал, который их сподвигнет на выполнение поставленных задач со всей самоотверженностью. Недавно есть слова в присяге: мужественно и самоотверженно выполнять поставленные задачи. Я уверен, что они мужественно и самоотверженно будут выполнять, в том числе на пожарах, на чрезвычайных ситуациях, да, в любой ситуации, где нужна помощь спасателя. Виталий Филонович – один из тех, кто пришел к выбору профессии уже в достаточно осознанном возрасте. Позади была учеба в ВУЗе и служба в армии. К слову, последним именно там он пришел к мысли о будущей профессии. И поставленная цель была достигнута. Самое сложное, что было, это, наверное, комиссия. То есть так по спортивным принципам у меня не было проблем. Но вот комиссия, да, то есть там нужна первая группа здоровья, это очень... То есть многих отсеивало, но я прошел, я поставил себе такую цель и задачу, я ее выполнил, поэтому я счастлив. Вот что касается присяги, то это очень важная часть для любой структуры, военизированной, тоже как наше Министерство чрезвычайных ситуаций. То есть это долг, который мы несем перед своей страной, перед своим народом, и мы готовы выполнить его до конца, то есть даже рискуя своими жизнями. Как правило, только половина от общего количества желающих поступить на службу доходит до заветного момента – принятия присяги. Наверное, и поэтому особенно престижна профессия спасателя. Теперь для каждого из этих молодых людей начинается новая страница в жизни, неразрывно связанная с деятельностью огромного ведомства – Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Григорий Пекарский, Александр Макаревич, телекомпания «БУК-ТВ».